А снегопад не прекратится, предупреждают синоптики, по крайней мере, в ближайшие дни. Из-за стихии в Кировской области обострились проблемы с электроснабжением. В Куменском, Шабалинском, Свечинском, Вятско-Полянском, Кельмесском и Уржумском районах перебои со светом, рассказали в региональном правительстве. И тут же добавили, что энергетики работают в особом режиме. Жители просят быть осторожными при обнаружении оборванных проводов. В оперативном режиме работают 18 бригад энергетиков. Это 39 человек и 17 единиц спецслужб. Техники. Сообщить о нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии, номер телефона на ваших экранах.